проделаем долгий путь по саванне. Побываем в гостях у племен Хадза, Датога и Масаи. Понаблюдаем за их повседневной жизнью и выясним, удается ли местным жителям сохранить свою культуру, свои традиции и образ жизни под неумолимым натиском западной цивилизации. Свое знакомство с местными жителями мы решили начать с небольшого и очень самобытного племени Хадза. Хотя крупная добыча куда более привлекательна, охотники Хадза могут удовлетвориться и менее крупной, например, антилопой дик-дик, птицами или детенышами галаву. То ли мы по неопытности распугали всю дичь, то ли это был просто не наш день. Наша группа добыла всего лишь несколько мелких птиц. Но даже имея большой опыт, охотник может возвратиться ни с чем. А ведь Хадза — одно из последних племен, на примере которого мы можем увидеть, как жили наши предки 1,5 миллиона лет назад. Пройдет еще пара десятков лет, и, быть может, это племя навсегда исчезнет с лица земли. Цивилизация, жадная, любопытная и безжалостная машина, поглотит этот островок каменного века в веке 21-м. Если это действительно колыбель человечества, значит, именно здесь будет спета последняя колыбельная. Вы не пробовали пойти на биржу труда? Угу. Я обращался на биржу труда, но то, что они мне предложили, мне не очень понравилось. Папа, смотри, какой дядька смешной. Я ушел оттуда. Но надо признать, что за месяц я неплохо заработал и деньги употребил с умом. Я решил взять на работу проверенных ребят. Столы вон туда, ноутбуки вон туда. Чихаете, кашляете, не вдохновляет песня Иванушек International? Новейшее ультрасовременное средство для борьбы с тополиным пухом. Огнеметы компании «Пуху» нет. Скажи «Пуху» нет. 274-10-25, добавочный 13. Что? Розовый? Одну секунду. А Аня? Она сказала, что заболела. Не то, что ты придурок малохольный. Ладно, давай, поехали. Новостям. Парни, давайте скорее. Куда ты торопишься? Сейчас минут 20 реклам еще будет. Трейлеры же будут. Сейчас тизер ребута «Назад в будущее» должны показать. Чего? Какой еще тизер? С каких пор ты вообще рекламу полюбил? С «Доктора Стрэнджлава» Кубрика. Да сейчас трейлеры круче фильмов стали делать. Под них даже сцены отдельные снимают. По штампам, так же, как и фильмы.
Да за этим форматом будущее. Длинный фильм уже никто не смотрит. Все давно на сериалы подсели. А скоро их перестанут смотреть. Всем же хочется действия, развития сюжета. Слишком длинный диалог перемотал на экшен. Две занудные серии подряд бросил, начал новый. А вместо самих фильмов все будут только трейлеры смотреть. Ну, не знаю. И что тут хорошего? Да ничего хорошего. Просто я вот люблю трейлеры, понимаешь? Не всегда есть место для фантазии. Да-да. Ты сам... Да я не это хотел сказать. Что ты хотел то сказать? Извините, вы наши места заняли. И чё? Сень, давай на наши сядем. Успокойся. Дружище, ты видишь, ползал свободно. Садись на любые. Димон, давай выше поднимемся. Пойдем, пойдем. Ты что, ботаник, проблем захотел? А ну, пересядь. Давай, давай. Если бы ты был хоть немного решительнее, возможно, и тебе что-то перепало бы. Покажи ей, какой ты романтик, страстный любовник и крутой спортсмен. Девчонки таких любят. Любовь зла. Пишет мне подруга. Маша говорит, ты держись, все будет хорошо, мы с тобой вечером приедем. А они, то есть его друг и она. Я говорю, почему вы, а где он? Она сказала, держись. Я почувствовала, что неладное. Я уже утром, уходя на работу, не знаю как, почувствовала, что что-то будет. Я прибежала с работы, я так убегала, что даже голову разбила. Прибежала, спросила, где он, а мне сказали, что он уехал. А что какие-то проблемы, дела... Я узнала, что я беременна, но опять же, я туда не сказала. Потому что я подумала, раз у него проблемы, то лучше я скажу, когда он меня заберет. Я была уверена на 100%, что он точно вернется. Невозможно было то, чтобы мы были вместе. И со временем он тоже в меня влюбился, и он не смог без меня потом. Ты слишком правильный, скучный, слишком принципиальный для меня. Мол, ботан и зануда. Мне с таким неудобно будет, неприятно, слишком замороченный. И я подумал, что раз уж в соцсетях вся страна сидит, то и мне сам Бог велел, что я умею красиво выражать мысли, писать лучше, чем говорить, то есть умею... Сначала сайты знакомств попробовал, но там, конечно, уровень был такой, что это Дом 2 или бордель какой-то. Вот, то есть, как будто я оказался в такой вот передаче. Сразу какие-то там вылезали фейки там, положи мне денег на телефон, потом, может быть, вот эта вся тема. В общем, я на это все быстро просто положил. Просто как понял, что это не мое это вообще. И перешел на самые популярные социальные сети. И вот одна девушка, допустим, вот пример такой привожу, очень классический, впоследствии обжигался так не раз. Как узнать маму, да? По ощущению обнял. Если кто помнит обнятие матери, конечно, по ощущению. Скажи, ребенок, какая твоя мать, да? Он же не помнит, а ощущение он помнит. Когда он не будет трогать маму, которая 100 лет не видит, он вспомнит то, что он ощущал.